класс. После оттепели снег на реке улегся, и теперь тут можно ехать. Трасса, которую для меня накатали снегоходы. Началась тень от деревьев, снег снова стал толстослойным, и по нему не проехать. Осталась только одна дорожка от снегохода, и то перед камышами она уходит на сушу. Такая поверхность, по ней такая тряска получается. Ужас. Я думаю, на следующей неделе даже можно прямой эфир устроить. Вот этого заезда по реке. Если, конечно, кому-то будет интересно. Все, добрался до деревни и до моста. Остается путь домой по асфальту.